Приветствую вас. Скорее всего, вас ни то, ни другое. Я думаю, что у вас что-то вроде депрессивного состояния, а может быть кризиса. Наиболее вероятной причиной вашего такого состояния мне видится непрожитая травма расставания с ребенком. Вот. И плюс какие-никакие обиды на, ну, на мужчину. И плюс вероятно недостаточно хорошая расстановка ответственности, ну, то есть разграничение ответственности, то есть вы вполне возможно слишком много на себя берете, вполне возможно. То есть вполне возможно, что вот слишком много вы на себя взваливаете. Я, конечно, не знаю, вот, может быть, может быть, я не прав, и может быть, я ошибаюсь, но выглядит, что пока что вот таким образом. Вот. И я бы сказал, что это вот то, что достаточно сильно бросается в глаза. Я бы сказал, что это вот то, что достаточно ощутимо бросается в глаза. Вот. И, соответственно, вероятно, у вас, ну, довольно много непрожитой боли, довольно много непрожитых переживаний, вот, которые вас до сих пор мучают, которые вы до сих пор которые вы, возможно, до сих пор испытываете. Вот, и, собственно, это вот вас до сих пор, вас это живо до сих пор, вас это до сих пор живо, и, соответственно, никак вами это не проживается, вот, от слова совсем, никак. И, соответственно, вам плохо, вот. Ну, то есть вы говорите, например, что вы одна, вы так себя позиционируете, что вы одна. Мне кажется, что, ну, скажем так, необходимость, наверное, необходимость налаживания контактов с другими людьми, с окружающими, вот, довольно важный элемент. Вот, и то, что вы одна, это, конечно, я бы сказал, несколько странно. Это, почему вы одна? Вот, почему, где ваши друзья, где коллеги ваши, ну, общение с друзьями,
с коллегами, вот, как у вас здесь обстоят дела, вот, то есть хорошо ли, если да, то, ну, соответственно, как, потому что пока что вот, я бы сказал, ну, не очень понятно, но в целом вы похожи на человека, который достаточно мощную, серьезную травму пережил или переживает. Вот. И чувствуется, что эту боль вы в себе глушите, вы в себе давите, а она не давится, она как бы с вами, и она никуда, эта боль не уходит, не уходит. И, к сожалению, не уйдет, пока вы ее не проживете. Вот. Возможно, речь о том, что вы слишком много требуете от себя, ну, в контексте ребенка, например. То есть вот слишком много хотите от себя, слишком много требуете от себя. Вот. И так далее. То есть, как бы, это вот такая история. На мой взгляд, довольно важно. Такой вот момент. На этом все. Пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно. Вот, и надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Вот, ну, не стоит, как мне кажется, пытаться находить у себя какие-то болезни. Вот, ничего, как правило, хорошего из этого не происходит, не получается. Вот. Кроме только разве что того, что пытаетесь вы, может быть, таким образом привлекать к себе внимание, вот, неосознанно, и пытаетесь показать, что вам нужна забота, вам нужна любовь, вам нужно внимание. Вот, но я бы сказал, что в данном конкретном случае это понятно и так. Это понятно и так, что вы в этом нуждаетесь. Вот, идея моя заключается в том, чтобы посмотреть, что за чувство скрывается вот под этой вот жалостью себе и так далее, которая у вас очевидно есть. Вот идея моя заключается в том, чтобы, может быть, позволить вам о себе жалеть, позволить вам
себе чувствовать то, что вы чувствуете. Вот. Ну и может быть ребенку своему попытаться как-то это донести, чтобы уж ему не врать, да, и так далее. Вот. Ну тут, конечно, решать исключительно вам, это вне всякого сомнения, но как бы моя идея заключается вот в этом. На этом все. Надеюсь, что вам было это полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вы для себя выводы какие-то сделаете. Вот, надеюсь, что дадите некоторую обратную связь. Вот. Это может послужить начало вашей работы над собой. А я желаю вам, чтобы у вас все наладилось. Я желаю вам всего самого хорошего. Вот. Будем на связи, обращайтесь, не оставляйте себя один на один с этой вот ситуацией, потому что сами, вероятно, вы не справитесь, если будете пытаться это делать, то вполне может быть, что будете только вредить себе и своему ребенку и терять время вот, когда могли бы жить максимально полной жизнью и может быть встретить мужчину, да, мужчину, и у ребенка будет папа. Ну, то есть учим, я не знаю, как вот, вообще у вас отношения с отцом ребенка. Вот. Ну, наверное, не очень хороший, скорее всего. Удачи вам, всего самого доброго. Вот. Найдите возможность о себе позаботиться.